Таша Делек, с вами буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Продолжаем рубрику «Посмотри мой магазин». И в этом мини-выпуске покажу для вас серьги с семенами. И вот так вот все общим планом. Что-то я разложила, мне показалось как-то маловато. Буду дополнять, конечно, ассортимент. Буду делать еще. Всякие разные, разнообразные. Так, значит, здесь у нас серьги из Рудракши. Здесь Рудракши Стулси. Вот так вот крупненько посмотрим. Вот с большими швензами. Со стразиками. Вот это Тулси. С павлинчиком. Золотыми швенцами вот есть с имитацией жемчуга. А вот такие вот аккуратненькие, маленькие, с умчиками и со стразиками. И вот такие вот с лотосом Тулси. Хорошенькие. И еще с Рудракши и перышками. И вот такие вот еще сережки, уже посолиднее. Большие Рудракши, листочки. Вот такие вот с цепочечками и с тигровым глазом. С подвесками дерева. Смотрится очень красиво. Такие вот тоже с цепочечками, длинные, распарикорасанные. Вот еще с большими рудракшами. И с листочками. Моя любимая с ганешей. И вот такой вот тоже в серебряном варианте. Были еще ганешки в золотом варианте. Можно будет сделать. Я уже взяла сами подвесочки. Вот останется только сделать. Так, с умчиком, с узлом бесконечности. И вот такие вот лотосовые еще серьги. Мое богатство. И на этом не заканчиваем. Осталось мне снять еще серьги и колье. И кулончики на шнурочке. Так что в следующем выпуске ждите. До новых встреч. Пока-пока.